непрофессиональные переводчики и недобросовестные руководители миграционных служб. Немецкое ведомство по миграции и делам беженцев планирует усовершенствовать процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, чтобы избежать возможных манипуляций. О чем речь, расскажет Татьяна Лагунова. Миграционная служба Германии в центре громкого скандала. Сотрудников этих ведомств подозревают в манипуляциях. Якобы они принимали решение о предоставлении статуса беженцев людям, которые не имели весомых оснований для его получения. То ли за деньги, то ли из гуманитарных соображений. Массовые нарушения зафиксировали в работе миграционной службы Бремена. Проверки показали, руководительница ведомства удовлетворила почти 2000 прошений о предоставлении статуса беженца, хотя по правилам должна была отказать. Работала чиновница не одна, а в связке с группой адвокатов. Они привозили в Бремен беженцев из других федеральных земель, чтобы те подавали ходатайство о предоставлении убежища, хотя рассмотрение документов не находится в компетенции земли Бремен. Чиновницу уже отстранили от работы. Прокуратура проверяет, получала ли она и ее сообщники за лояльность деньги, или они действовали из гуманитарных соображений. А беженцы, чьи прошения были одобрены в Бремене, пройдут еще одну проверку. Их документы повторно рассмотрит новый руководитель службы. Большие проблемы у миграционных служб с переводчиками, которые тоже принимают участие в рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса беженца. По данным немецких СМИ, только в последнее время за нарушение принципа нейтральности от работы отстранили более 30 арабистов. Еще 2000 переводчиков уволили за непрофессионализм. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».